спрашиваете вы. И вы совершенно справедливы в том, что это дикая тайна, невероятная тайна космоса. Чем же мог закусывать Маслаев? Боже, если разгадать этот секрет, наверное, просто каждый житель Земли станет бессмертным или получит по миллиону долларов. И чем? Квашеной капустой. Квашеной капустой! Ура! Случилось чудо! 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 Маслаев закусывал квашеной капустой. Теперь вы богатый, известный, бессмертный!